Да. На первый раз, да. Отличное настроение. Супер, мы доехали. Мы очень довольны тем, что мы видим, в чем принимаем участие. Вообще супер фестиваль. Да. Мы в ожидании гончаров. Сейчас наш сын только закончил мастер-класс со Злотниковым. Отдыхает, отрывается по полной программе. Да. Самое главное, что дети рады, дети счастливы. Да, вы знаете, у нас возник вопрос вот у мамы. Мама хотела праздника, а сын хотел в горы. Вот, и мы вот одной поездкой совместили два события. Да, да. Я помню, первый фестиваль был, там просто художники были, но не было такого плана мастеров, именно по танцам. Иногда кажется, что как для столицы, да, все еще очень мало ивентов, да, вот такого рода, и мне нравится... мероприятие, где можно общаться, встречаться с друзьями. Вот здесь просто мы сейчас шли, столько хороших друзей, знакомых, новых, старых, наверное, для этого и делается, чтобы людей свести конечно вместе. Готовлю обычно лагман, но уйгурский первый раз, и вот поэтому так интересно было и сразу пришла. Я всегда готовил его дома, как бы. Ну, я готовил так его, как понимал, это сам. Сейчас, конечно, мне очень интересно готовить его с профессионалом. И надеюсь, что у меня получится хорошо. Мы сегодня рисуем летний букет. Техника, при которой мы используем жирные мелки, жирную пастель. Когда ее наносишь на торшон, и потом сверху разукрашиваешь акварелью, получаются очень интересные эффекты. И дети, конечно, в восторге от того, что у них картина получилась быстро, и ярко, и эффектно. И то есть всем нравится. Я научилась делать летний букет, вазу. И главное, чтобы было много цветов. Ну, я вообще работаю в нескольких направлениях. У меня есть вот такая серия, которая аппликативно называется «Храмы Вечности». Там чуть выше вы видите работы, которые сделаны акрилом на холсте. Я делаю рисунки пастелью, делаю масляные живописи и разных. Мне нравится в My Day подход, то, что это всегда креативно, это всегда не находится в какой-то стагнации, что My Day никогда не стоит на месте. Меня это очень радует всегда. Отличная, креативная, очень оперативная команда. И вот если вы, невозможно просто на камере, наверное, посредством камеры показать все, что здесь происходит, но это очень масштабно, очень круто. И мне импонирует именно вот такой, как мы говорим, рэперы, фристайл вечер. То есть ты можешь находиться в любой зоне и получать комфортные впечатления. Это здорово. Фестиваль становится все насыщеннее, разнообразнее, ярче, что не может не радовать. Прививать любовь к искусству – это очень важно. Вот, например, мне очень нравится, что здесь очень много детей. Это правильно со стороны родителей. Меня, например, тоже родители с детства водили на всевозможные мероприятия. Чем больше таких мероприятий будет, тем будет информативнее все это доноситься. И это клево, на самом деле, все, что здесь происходит. Вот, просто если бы нас было больше, это было бы круче, веселее, потому что мы все создаем настроение. У нас не так много дизайнерских выставок, которые проходят на таком уровне, как это делает My Day. Это общение с людьми. Ну и в то же время это узнаваемость для бренда, потому что это охватывается больше народу, и тебя узнают. Новую коллекцию мы отшивали специально для этого поп-ап фестиваля. Она у нас в основном вот в таких вот ярких красках. Плейлист, он исходил из масштаба и характера мероприятия, поэтому мы постарались, как нам кажется, именно отразить все весеннее настроение, которое сегодня здесь будет, поэтому, думаю, будет весело. Ага.
Атмосфера, все танцевали, прыгали, подпевали, мне помогали, в общем, было здорово. Моя любимая, она красивая стерва, красивая, такая милая стерва, ты милая, ее люблю я, наверное, так сильно я, моя любимая стерва, любимая. Наверное, вот этот концерт я могу отметить как лучший. Я позвонил тебе. Снова к тебе, и мы сгораем дотла, дотла, дотла. Ты позвонишь опять 4 утра, будешь молчать и тупо путать слова. Снова ко мне, и мы сгораем дотла, дотла, дотла. Ты моя девочка S-класса, в тебя влюбляются все сразу. Дают машины и алмазы, но тебе мало. Ты моя девочка S-класса, в тебя влюбляются все сразу. Дарят машины и алмазы, но тебе мало.